Дорогие друзья, всем привет! И вы снова в гостях у Квиниты. И сегодня я буду создавать персонажей из аниме «Жизнь в альтернативном мире с нуля» в Gacha Life. Думаю, что это видео будет очень интересным. И мы начинаем! Сначала мы будем создавать персонажа Нацуки Субару. Если кто не знает, то это самый главный персонаж. Я решила ускорить весь этот процесс, потому что видео получилось длиной минут 40. Итак, для начала мы подбираем прическу. Вот с прической было легко, а вот с одеждой как-то сложновато. Нужно подобрать форму, потом подобрать цвет. Это все очень долго и сложно. Кстати, вы, наверное, заметили, я забыла поменять цвет прически, но сейчас я это быстренько исправляю. Ну и теперь мы будем делать Эмилию. Эмилия – это сереброволосая эльфийка, в которую влюблен Субару. Кстати, мне кажется, то, что в Gacha Life она получилась самым красивым персонажем из всех четырех, которых я создала. Внимание, сейчас я сделаю очень красивый цвет волос. Ну скажите, офигенный цвет! Теперь я перешла к одежде, но тут я уже поменяла ее один раз, потому что мне вообще не понравился лук, который я составила. А вот этот вот уже более-менее похож. Сейчас я буду делать Рам. Рам и Рэм – это две сестры-близняшки. Они работают горничными в поместье у Розваля. Мне кажется, что Рам у меня получается очень реалистичный. Теперь я сделаю костюм горничной, но он, конечно, не такой, как у нее в аниме. К сожалению, тут другого нет. Теперь я буду делать сестру Рам, которую зовут Рэм. Да, я очень оригинально это сказала. Рэм очень сильно влюблена в Субару, но ее любовь безответна. Итак, все наши персонажи готовы. Теперь осталось только выбрать фон. Не знаю почему, но мне захотелось выбрать небо. Так, теперь ставим Субару, Эмилию, Рам и Рэм. Я очень довольна результатом, я не ожидала то, что получится так круто. Ну и на этом все. Я надеюсь, что тебе понравилось это видео. Поставь лайк и подпишись на мой канал. Пока-пока, увидимся в следующем видео.